Сапа, здорово. Привет, Санек, доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Доброе, чудесное утро, волшебное утро. А, ты все-таки ты за моей спиной договорилась с Ильей? У нас сегодня замечательный гость, просто поразительный. Да, Илья Ильин, наш добрый друг, фокусник, маг, волшебник, ну, в общем, и просто очаровательный человек. Просто любимый наш человек. Да. Привет, Илья. Доброе утро. Привет. Привет, Илья. Привет, Саша. Доброе утро, дорогие телезрители. Так, ну что, чем сегодня? Вот... Я у вас вчера был. Так, да. Вот. И вот маленький осадочек, знаете, что вот я по утрам я люблю вообще чаек попить с конфетками. Ну, чаек с конфетками, здорово. Да, ну, но это чаек. У меня после каши всегда идет. И вот я не знаю, что случилось после вчерашнего выпуска, но Кузя, помните? Кузя, голубь. Ну, голубь, да. Птичка. Ведет себя странно. Взял, кот-то пропал, ни конфет, ни Кузи. Ни конфет, ни Кузи. Наверное, где взял конфеты и смысл. О! Что? О! О, как? Илья! Вон Илья, ты не видишь его, что ли? Оп! Да вон он у тебя же был. Где? Где? Да вон в кружечке. В стакане. Вот и конфеты, наверное, там. Конфеты все. Внимание. Да, конечно. Давай, вылезай. Фантик, понятно. Кузя. Кузя налопал конфет. А сам куда делся? Так, не знаю. Ну, давайте разбираться. Давай разбираться. Фантики нам не нужны, нам бы конфеток, поэтому... Сахарок? Сахарок проверь. Где? Проверь. Да? Сахар. Да. Да. Из общепита. Так, сейчас я попрошу тебя примерно с Икапу тоже следить вот в эту точку. Здесь так, вот вся здесь. Чудо происходит. Вся чудо происходит. Я, смотрите, что, открываю сахар, правильно? Да. Сахар видно? Смотрим в эту точку. Вот он, вот здесь. И сахарок я... Засыпаю. Видно прям, что сыпется? Да, видно, да. Видно. Сыпется. Ага. Все, сейчас. Илюха, это кондитерский цех у него сейчас. Отколочки, а ну... А где сахар? А он... А ты сахар? Сахар руками ешь? Если он исчезнет пенек, он должен где-то появиться. Где-то сахар сюда. Должен появиться. Где? О! Как так? Как он так? Все запутал опять окончательно. Так. Давайте соберем его. Соберем сахар. Сейчас смотри. Хоп-хоп-хоп. И сахара не будет. А, вот. О! Шоколад! Конфеты. Шоколадные конфеты! Я не съел, Кузя фантики забрал, конфетки здесь. Всем приятного аппетита, сладкого дня. Спасибо, Илюха! Да. Илья, мы будем звать его Илья Шоколадная Ручка. Спасибо, Илья, ждем еще в гости. Всем пока-пока, ребят. Пока. Ну-ка, давай.